Всем привет, дорогие друзья, это канал Технобар Плюс, и сегодня у нас распаковка моих новых настольных часов от компании такого бренда, как Let's Go. Насколько эти часы будут интересны для меня, мы еще посмотрим, но предварительно, друзья, они меня заинтересовали тем, что они могут измерять температуру в помещении, также показывают число, имеют подсветку, показывают время, день недели, но на английском, правда. То есть Tuesday на английском это все дело. Такая коробочка, как вы видите, приобретались данные часы за $2. Обозначение непосредственно самого бренда Let's Go. То есть не Let's Go, давайте пойдем, а Let's Go. Давайте включим, я так понимаю, LED-освещение. Вообще фирма занимается осветительными приборами, но тут как бы решили отступить, скажем так, немножечко в сторону и сделать вот такие часики. Коробка, как вы видите, от таких вот непрезентабельных, скажем так, формах, если так можно выразиться. Все такие коробки, там где я брал, собственно, но тем не менее. Три батарейки формата 3А идут, то бишь вот такие я приобрел дополнительно. Давайте распаковывать. Так, что у нас в коробке? Пусто. В сторону. И нас встречает вот такая вот, прежде чем распаковать часы, замечательная инструкция. И тут в инструкцию, друзья, на английском и на китайском. Интересно, конечно, будет разобраться с этим всем, но мы не ищем легких путей, и мы разбираемся всегда методом тыка. Как-то так. Так, распаковываем. Но то, что в пупырчатой пленке, которая половину полопанная, друзья, кстати, лайк за этот видос от тех, кто любит вот эти вот пупырышки лопать. Но это пока в сторону. Итак, сами часы. Ну, что я вижу, друзья? Ну, во-первых, монохромный дисплей, понятно. И довольно-таки, вы знаете, неплохую сборку я наблюдаю. Тут какая-то сертификационная надпись, как вы можете видеть. Неплохая сборка самих часов. Каких-то там заусенец, косяков нет. В принципе, достойно, нормально. Все собрано. Два шурупа у нас здесь имеются для разборки. И я так понимаю, друзья, вот здесь находится либо динамик, либо же непосредственно тот датчик, с помощью которого снимается температура в помещении. То есть и показания передаются сюда. А может быть и внутри он стоит. Но я думаю, что скорее всего здесь находится динамик, поскольку здесь походу есть будильник. Итак, друзья, вставляем батареечки. Главное, чтобы не перепутать. Итак, вставляем вот этой вот штучкой не там, где пружинка, ставим. То бишь тут, я так понимаю, плюс. Плюсом от пружинки, минусом к пружинке. Если кто будет такие же часы покупать, вот видите, уже изначально на двух батарейках они уже работают. Но, тем не менее, требуют от нас, дабы мы вставили три. Вот такая мелодия, интересное включение, друзья. Что я вижу? Ну, вы знаете, монохромный дисплей довольно-таки неплохого качества. Подсветка. О, подсветка какая интересная. Друзья, вот сейчас я выключу свет, и мы посмотрим, как же это будет смотреться. Да, вы знаете, круто смотрится. Если бы это, конечно, подсветка была здесь на постоянной основе. Но, опять же, можно подумать, как это можно все сделать. 3 вольта, то есть, получается, даже 4,5 вольта питания идет. Ну, довольно-таки неплохо. Итак, что же мы здесь имеем, друзья? Давайте вот так вот, ну, подсветку, наверное, выключим. И все-таки посмотрим при свете. Призумим немножко. Что же мы здесь имеем? Ну, во-первых, показано время. 12.01, понятно, что сейчас не 12.01, это еще все будет настраиваться. А месяц, число. День недели на английском, правда. Ну, ничего страшного. Я думаю, 7 дней на английском можно изучить. Так, first day. Это, я так понимаю, четверг. Да. Нет, это Monday, Tuesday. То бишь, это вторник. Так,
Смотрим, что же здесь еще есть. Показываю температуру 24,7 градусов в помещении. То есть снимается сразу же температура. Насколько это точно, я, конечно, еще буду сам проверять с градусником обыкновенным, самым простым. Но, тем не менее, вы видите, да? Уже 26,1. Что-то уж больно нагревается помещение быстро. Но, тем не менее, в принципе, возможно и такая температура, поскольку отопление сейчас в доме включено, то есть с этим полный порядок. И, собственно, давайте посмотрим. Входим в режим мод. Итак, что у нас дает режим мод? А мод у нас запускает регулировку непосредственно самих часов. Time. То есть time выставляем вот таким вот образом. Так, я так понимаю, up, down. Угу. Можно выставить 24-часовой формат отображения часов и 12-часовой. Но я лучше выставлю 24-часовой. Мне так будет лучше. Set, я так понимаю, запомнить. Теперь выставляем время. Непосредственно сейчас у нас 15:54. То бишь, я так понимаю, вот таким образом это необходимо делать. 15. Set. Второй раз. Так. Поставим уже. Есть. Готово. И почему-то 20:09 время у нас показывает. Что-то с часами. Так. Еще раз переставляем. Я так понимаю, это то ли будильник у нас здесь выставился. Да, друзья, вы знаете, скорее всего, это выставился будильник. Ну, допустим, пусть будет будильник, но у нас на 8:55. Отлично. И вот сейчас выставляем время. То есть изначально выставляется будильник. Так, что-то тут непонятное, какое-то меню, все-таки китайцы что-то замудрили. Сейчас сделаем как положено. Или это двойное время, друзья, возможно, кто-то и такие часы имел, пишите в комментариях. Ну, однозначно не может быть 100 секунд, поэтому, скорее всего, что время у нас идет, ну пусть будет по 12-часовому все-таки. Так, время 7:55, то есть 15, но мы сейчас выставим 15:55. Это будет у нас 3:55. Есть и есть. 20:87, честно говоря, не знаю, что это такое. Но, тем не менее, как-то все тут интересно. Сейчас разберусь в меню и вернемся. Друзья, ну что, возвратились мы снова. Разобрался, как выставляется. Оказывается, здесь выставляется, во-первых, в верхнем ряду у нас выставляется формат времени 12-часовой, либо 24-часовой. После выставляется время непосредственно. И причем время показывается, если вы ставите 12-часовой день, градусы выставляются по Цельсию. Если вы выставляете 24-часовой день, градусы выставляются по Фаренгейту. Как-то так, друзья. Но все равно, как почему-то показывают они неправильно. 11:11 сегодня, почему-то Saturday. Ну, я так понимаю, суббота. Если я не прав, поправьте меня в комментариях, друзья. И по этим часам я вам могу сказать, что можно выставить еще и будильник, даже два. Выставить таймер. Можно, допустим, вам что-то необходимо сделать. Там, к примеру, готовите, я не знаю, там пиццу поставили в духовку. И выставить можно таймер, чтобы, допустим, через 10-15-20 минут часы у вас заиграли. То есть будильник заиграл. Как-то так, друзья. И я рекомендую, если кто-то эти часы захочет купить, все-таки ориентироваться на то, что вы будете по ним смотреть температуру в вашем помещении.
Время, собственно, и число. Насчет дня недели я бы не торопился, друзья. Ну, кстати, еще имеется вот такая классная подсветочка. Как вы можете видеть, друзья, неоновая как бы подсветочка, довольно-таки привлекательна. На столе стоят отлично, устойчиво, нигде ничего не падает. Сам материал корпуса, понятно, что пластик, но тем не менее, я вам хочу сказать, по сборке претензий нет. Нигде на швах кусков пластмассы не висит, клей. Клеем вообще не воняет, и, да вообще, в принципе, ничем не пахнет, как и полагает обыкновенным, нормальным, стандартным, как говорится, среднестатистическим настольным часам. То есть они должны вам показывать время. Ну, подсветочка, это круто, я считаю. Друзья, кому понравилась распаковка, ставим лайк, подписываемся на канал. Обязательно пишем хоть вот такусенький маленький комментарий. Я, как обычно, на канале Технобар Плюс. Всех обнял.